Здесь за кустами речка. Здесь в руках Орион. Пойдемте ловить. Первый заброс. Неплохого размера окунёк. Не помню, рассказывал или нет об этих приманках. Сейчас подробней покажу. Окунёчка домой. Мы продолжаем. Здорово, ребята! Сегодня 11 сентября. Ветреный, прохладный денёк. Ну, как прохладный, плюс 18, но достаточно сильный ветер. Юго-восточный, боковой получается. Ловить я буду на реке. Орион 742 Souls 0,85 грамм. Катушка Shimano Complex XR-ка. C2000 F4 0,3 Yamatoya. И приманка. Вот такой вот слаг. 3 грамма свинец, крючок 6 номера. Слаг от фирмы Eleven Lures. Бобриный хвост с тремя прорезями. Ребристое тельце, увеличивающееся в диаметре к центру и затем снова сужающееся. Будем пробовать такую. Несколько расцветок у меня сегодня с собой. Поставляется в баночках. Фирма хорошо вам известна. Поклевка поимка была на первом забросе. Продолжаем дальше. Удачное сегодня стечение обстоятельств. Этот боковой ветер, как ни странно, нам не мешает, а наоборот помогает. Сдул он ряску всю сюда под баржу, под берег. И более-менее открытая вода. Сразу тут в ногах. На паузе в ногах уже было зажевывание. И вот очередной полосатик. Но это не второй и даже не третий. Это, наверное, где-то четвертый, пятый заброс. Сместился на пару метров в сторону. Стал кидать перпендикулярно берегу. Сразу тычки пошли. Первый заброс делал туда под баржу, и вот, как видели, поймал всего двух. Здесь же поклевки не заставляют себя ждать. Вот они. Бой окуня. А у нас зацеп за траву. Вышел окунь под поверхность. Рыбу мы отпускаем. Вот это он дал. Хороший. Рыбу мы отпускаем, но не всю. Возьму немножко на коптилку. Окунь частенько выходит на поверхность кушать. Со дна тоже клюет, но давайте поставим какой-нибудь тейл.
вот такое-то доел. Доел, но не ртом. Есть. Снова хорошенький. Есть. Ну. Так, это зацеп, да ну нахуй. И обрыв. Осталось два у меня таких тейла, но другого цвета. Серебристо-голубой и бело-голубой. Чувак. Вот это я дал. Отрезал, да не то, что надо. Остался один тейл. Здесь я не найду его, похоже. Что ж, отправляю в путь последнего бойца. Надеюсь, он принесет нам еще десяток другой окуньков. Первый заброс, и рыба есть. Не успел опустить приманку на дно. Под самой баржей приводнил приманку. Его конь тут как тут.
просто сел без поклевки. Подтянул. Вот уже кусочек краски отвалился. Боевые окуни, боевой тейл. Поглядел я вес этого тейла. Покупал их в 21 году еще на рыбалкашоп. Три штучки 7,5 грамм и одну 4-граммовую. Ну вот это 7,5 грамм. Повторюсь, спиннинг до 5. Вот и рыба. Это рыба-окунь. Куда ни кинь, везде активный окунь. Налево, прямо, направо. Везде на каждом забросе поклевки, поимки, сходы. Сходы редки, но бывают. Веду то ступенькой, то просто монотонно вдоль дна, изредка касаясь, чиркая дно. И попадая в зацепы. Вот и все. Больше тейлов у меня нету. Но учитывая то, что клев подутих, уже за последние, наверное, 10 проводок было около 5 контактов, жалеть особо не о чем. Будем экспериментировать дальше. Так. Поставил Элминул 44-й. Не было поклевок. Сейчас повесил ион XS55S-ка, тонущий. И вот с первого заброса уже два тычка. Засекся, но отвалился окунек. Тонущий — это плюс. Окунь на поверхность пока не выходит. А вот в толще, ближе ко дну, там стоит, поклевывает, похоже. Поппер покидал, кстати. Тоже без результата. Вот тычки есть. Похоже, придется ставить поводок. А вот и опыль. На поверхности. Похоже, надо ставить поводок. Шнур цепляется за крючок. Да что такое-то? Снова сход. Опять сход. Ну, два тройника исходит. Что-то тычет и тычет. Движение пошло в обратную сторону. Ставлю микруху пока. Спасительная микруха. Отошел чуть в сторону, где здесь вот есть прогал от тряски.
первого заброса тычок, но мимо. Уже чуть ближе к берегу доел. Но ловлю тоже. Опять же на ту же самую приманку. Раздербанили окуню приманку. Придется ставить новую. Ну а на сегодня это все. Однообразие надоедает, даже если рыба клюет почти на каждом забросе. Немножко поэкспериментировал и хватит. Всем счастливо, всем пока.